С вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре очередной популярный автокомпрессор. Сегодня это компрессор Кото 12V709. Компрессор качает 60 литров в минуту. Вес компрессора 3,5 килограмма. И давайте начнем с материалов корпуса, из которого изготовлен компрессор. Посередине у нас металл, распорки металлические, накладки по бокам идут из пластика. Накладки на цилиндрах также идут из пластика. Рукоятка металлическая, с такой вот мягкой накладкой, кстати, очень удобно. И сверху есть место для хранения переходников, которые идут в комплекте. Три переходника для накачки мечей и лодок. Вот они хранятся, можно хранить вот в этом отсеке. Далее, вес компрессора 3,5 кг. И ножки внизу идут резиновые. Так, длина шнура 3 метра. В шнуре вмонтирован предохранитель. В комплекте идет только один. То есть нужно будет докупать, если вдруг перегорит. И питание от клемм аккумулятора. Вот такие вот крокодилы. Ну, крокодилы здесь самые простые. Далее, шланг спиральный, длина 5 метров. Имеет манометр, но манометр без быстрого спуска. То есть, сзади вот кнопки здесь нет. Подключение путем закручивания к колесу. Подключение компрессора имеет быстросъемное соединение. Сверху прорезиненное. Что еще в характеристиках указывает производитель? Накачка колеса R14 до 2 атмосфер 1,5 минуты данный компрессор. Гарантия на компрессор Кото составляет 1 год. Вот упаковочная коробка от компрессора. И производитель Кото. Кото это Япония, но компрессор выпускается филиал компании Кото японской в Китае. Ну, ни для кого не секрет, что сейчас все выпускается в Китае. Сумка для хранения компрессора. Вот она. Она идет из двух отсеков состоит. Внизу для хранения шланга отсек и вверху для хранения самого компрессора. Ну, материал тут не плотный, то есть обычная тканевая сумка. Запирание на два крокодила. И кнопка включения-выключения находится сбоку. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал, ставьте лайки. До свидания.